Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Sumta Ocean. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, зажимаем нижнюю кнопочку, открываем панель управления, ищем здесь энергосбережение либо экономия энергии. И нажимая на него, можем его включать и выключать. Также можем нажимать на центральную кнопочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.